Студентки Казанского федерального университета периодически радуют Альма-Матер большими достижениями в самых разных областях науки, а порой даже самых необычных. Такую тенденцию активно поддержали и студентки Института физики. На сегодняшний день Регина и Кристина Арискины изучают влияние различных добавок на керамические изделия из глины в Республике Татарстан. Работа девушек проходит на кафедре физики твердого тела Казанского университета в учебно-научной лаборатории «Керамика». Как отмечают исследовательницы, разработанные добавки могут быть техногенными, как, например, отходы производства нефтепродуктов, и природные, например, цеолиты, диатомит и так далее. Кроме того, Регине и Кристине удалось выяснить природу физико-химических основ образования цвета керамики. Я получила премию стипендии мэра города Казани за свое научное исследование в области керамики. Мое исследование направлено на утилизацию промышленного отхода в керамическую промышленность. То есть я исследовала влияние добавок из отхода магнезита со строительного завода имени Горького, который находится в городе Зеленодольске. Регина имеет неплохой опыт в строительном деле. Она 2 года работала в рамках проекта «Керамика 218-2014». Кроме того, Регина – руководитель недавно сформировавшегося первого в России студенческого научного отряда «ФИСТЕХ». Его участники выполняют научно-исследовательские работы, направленные на внедрение в промышленность различных инновационных разработок. Это не только студенты Института физики, но и инженерного института. Также мы планируем привлечь в свой отряд студентов из Института геологии и стекатых технологий и Химического института. Наша деятельность заключается в том, что мы исследуем глины, различные добавки, которые добавляем в керамическую шихту. Разумеется, подобные исследования отнимают у Регины уйму времени. Все успевать девушке помогает ее родная сестра Кристина. Она принимает активное участие в научно-исследовательских работах, направляя их на решение производственных проблем предприятий. Мы на первом курсе проходили практику Лемира Максумовича, и поэтому решили заниматься керамикой. Нам понравилась эта деятельность. Также у нас дедушка занимается в строительной области. Он поработал всю жизнь каменщиком. Может быть, тоже как-то связано с нашей деятельностью. Ну и, конечно же, работа девушек напрямую связана с реальным сектором экономики. Студенческие научные отряды, возглавленные Региной, содействуют временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников вузов и успешно участвуют в формировании кадрового резерва для промышленности. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.